нашем сайте есть с обеих сторон? Эти данные будет оглашать все-таки штаб антитеррористической операции. Могу лишь сказать, что на сегодняшний день эти потери незначительные. С нашей стороны. Со стороны террористов, как принято говорить, потери уточняются. Но, насколько я знаю из докладов оперативных, они значительные. Но мы приняли решение, что такие цифры будет оглашать штаб антитеррористической операции. Александр Борисович, сейчас нормализуется обстановка. Как министерство оценивает, как вы будете заново создавать милицию двух областей? Ну, во-первых, я подчеркну, что далеко не все служащие в Донецкой и Луганской области от нас имеют негативную оценку. Напротив, такая ситуация дает возможность нам увидеть и найти тех людей, которые по-настоящему служат Родине. И этих людей достаточно и в Донецкой области, и в Луганской области. А в целом, в сложных районах будет действовать сводный отряд милиции, где будут работать профессионалы местные донецкие и люди, которые будут откомандированы из соседних областей. Что касается вот ситуации с Красным Лиманом, о которой я коснулся, то здесь будут служить и вести работу исключительно жители Донецкой области. Это мы специально подбирали этот отряд, мы специально подбирали этого руководителя. Это жители Донецкой области, более того, это жители этой зоны, этого региона.